Здравствуйте, представляем котел на 500 литров с обвязкой гармонизатора. То есть котел пароводяной. Вода, значит, это кран уровня. Вода здесь, значит, это здесь у нас группа безопасности, вакуумно-аварийный клапан. Сюда, значит, воду подаем, либо охлаждение. Сюда у нас выходит обвязка гармонизатора. Значит, гармонизатор 5-киловаттный, мощность котла, 4 блока по 7 кВт, 28 кВт. Это кнопка гармонизатора. Ну и мешалка будет регулироваться быстровременней. Не будет воды, загорится авария. Термолятор контролирует температуру продукта, отключает по температуре продукта. По обвязке гармонизатора у нас стоит внизу тройник. Для полной выгрузки 50-й и для циркуляции. 50-й прикрываем. Перекрываем. И можно перекачать либо в другую сторону, либо для циркуляции. То есть открыли, тут закрыли, пошла циркуляция по котлу. Значит, в котле у нас дно конусное. Слив двух 100 переходит на 50. Ну и труба для гармонизации. Ножки регулируются на вибропорах. Крышка разбираться на две половинки. Ну все, котел готов к работе.